Привет, друзья! Сегодня с вами вяжем рождественский сапог. Для вязания сапожка понадобится одна бобинка пряжи красного цвета и немножко белой. Если есть запасы белой ниточки, то можете использовать несколько метров. Видите, отворот связать нужно. Ну а если нет вообще белого цвета у вас в запасах, то придется прикупить еще одну вот такую бобинку белого цвета. Такой сапожек можно связать за час. Сесть, вот если у вас есть все материалы, пряжа, донышко, то вы сели и быстренько его связали к праздникам. Мой сапог с вот таким вот донышком. Форма донышка, видите, как нога, как стелька, да, в обуви. Ссылку на магазин я тут оставлю, где можно купить такое донышко. Ссылочку на пряжу, где достать пряжу. Также ссылочки на овальные донышки. Магазины называются bobinka.com.ua, дно для корзин и Babylon, пряжа Babylon. Ссылочки все под видео внизу, ищите, смотрите. Мой сапожек на вот такой вот петельке. Можно его повесить, если это необходимо. Или петельку можно вот так вот спрятать и поставить с подарком под елочку. Вот так вот выглядит носок у сапога. Вот так вот сбоку он смотрится. И с другой стороны. Я несколько раз перевязывала вот эту переднюю часть, чтобы получился именно вот такой аккуратный сапожек. Мне не хотелось, чтобы сапог был такой объемный, массивный, знаете, есть такие толстые. А хотелось, чтобы он был такой аккуратный, чтобы прям его хотелось на ногу надеть и носить. Отворот здесь хорошо, видите, легко отворачивается и специально сделан так, чтобы не нужно было именно вот эту основу, полотно подворачивать. А вот мы будем вязать, менять направление вязания вниз. Специально для того, чтобы отворотик сам по себе вот так вот легко подворачивался. Кверху сапожек, видите, он расширяется немножко. Из этой пряжи Babylon также можно связать снежинки, чтобы украсить сапожек. Можно связать две снежинки, вот здесь вот одну поместить и с другой стороны. Только вот эту пряжу Babylon я заказала тоненькую, 3-5 мм. И написано, что вязать ее нужно крючком номер 4. Попробуем. Фотографии снежинок будете искать уже у меня в Инстаграм. А вообще декор этого сапожка можно делать любым. Ленточку, шишечки, сосну какую-то. В общем, я видела, как их декорируют эти сапожки. И помпончики цепляют, и что угодно. Поэтому каждый из нас придумает самостоятельно декор в своем цвете. Значит, если не найдете вот такую форму донышка, то возьмете овальную, только узенькую. Вот этот овал должен быть узкий. Видите, он как моя ладошка. Потому что я же заказала широкий овал, вот этот. Он пошире, он, видите, большой. Такой. Не подходит. Лично мне не нравится такой овал, потому что он очень широкий. Наша же нога не широкая. И с таким овалом сапожек уже будет, ну, не тот сапожек, который мне бы хотелось. Поэтому я использовала еще вот такие маленькие овальчики. Но с такими овальчиками сапожек ваш будет поменьше. Но принцип вязания тот же. Все вяжется аналогично. И описание, я составлю описание для вот такой подошвы, как стелька. И для подошвы овальчик, вот такой вот 10 на 15 размер. Ссылочку от этих описаний оставлю внизу под видео, скачивайте и вяжите. Также можно взять прямоугольную подошву, сделать, знаете как, заказать донышко прямоугольное, только углы, чтобы были не острые, а такие скругленные. И чтобы этот прямоугольник был узенький, тоже вот, вот такой вот ширины, видите, как ладонь где-то. Такой прямоугольник со скругленными углами тоже подойдет для подошвы. Такой сапог можно использовать в качестве декора в вашем доме, под елку поставить, на камин повесить. Можно его использовать как подарочная коробка. Ну, вместо коробки положите подарок внутрь сапожка и подарите прям в сапожке вот ваш подарок любой. Перевяжите ленточкой или как вы там придумаете. С какой пряжи вязать сапог, каким номером крючка, все-все рассказала. Но если вы возьмете пряжу потолще, классическую, там, по-моему, 7-9 мм, да, классическая такая толщина, то ваш сапожек будет пообъемнее, побольше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравился такой сапог, и вперед, поехали, давайте вязать. Для вязания сапожка нам понадобится вот такое донышко. Где его найти, я вам оставлю ссылочку внизу под видео. Приходите по ссылке в этот магазин и можете там купить вот такое донышко, точь-точь такое же, как у меня. Сразу скажу размеры данного донышка. Такой подошвы, да, 22 сантиметра оно в длину, как и указано на сайте, и вот здесь вот оно, видите, по ширине 9 сантиметров. Я посчитала, здесь 38 дырочек. Крючок будем использовать номер 6, и пряжу в этот раз я купила тонкую, для того, чтобы сапожек был такой аккуратный и легкий. У меня пряжа Babylon,
Цвет называется красный мак, классический красный рождественский такой цвет. Ширина нити 5-7 мм. И вот здесь состав указан, 100% хлопок это. Длина нити 95-100 метров. Берем нашу подошву и вот здесь вот на пятке где-то сбоку присоединяемся. Вот видите, это центральная дырочка. И на носочке вот есть центральная дырочка. Вот ее хорошо видно, вот она. От центральной отступаем или одну дырочку, или две и прикрепляемся. Провязываем столбик без накида 1. Прокладываем ниточку, вот этот хвостик, и ввязываем его в полотно. Второй. Дальше в эту центральную дырочку нужно провязать 3 столбика без накида на пятки, чтобы было 3. Раз, два, так, и третий. 3. Все. Дальше по одному вяжем столбику в каждую дырочку и довязываем до середины, вот сюда, до середины нашего носочка. Довязали сюда. И в эту центральную дырочку нужно тоже провязать 3 столбика без накида. И третий. Старайтесь вязать не туго все столбики по кругу. Когда вяжете, не затягивайте сильно нитку. Но и не рыхло вяжите, потому что если будет рыхло, то будет сапог немножко такой, знаете, подвяленный, что ли. Стенки будут мягкие. Нужно чувствовать натяжение ниточки. И если у вас все туго очень получается, то лучше распустить и перевязать. Довязываем до конца ряда. Вот последняя дырочка, последний столбик без накида. Вот так вот. Вытягиваем эту петлю, чтобы она была в два раза выше, чем вот этот вот столбик. Видите, вот примерно так в два раза. Подтягиваем ее сюда, под эту косичку. Вот самая первая. Вводим сзади вот так крючок. Цепляем этот хвостик, эту петельку и затягиваем ее сюда. Вот так. Дальше вводим крючок. Вот это был последний столбик, который мы провязали. Вводим крючок вот сюда, в этот столбик, который слева от него. Поняли? Именно в этот нужно ввести. Дальше петлю. Вот петлю надела. И нитку цепляем рабочую и протягиваем. Вытягиваем эту петлю, чтобы она была высотой такой же, как все столбики. Вот так на глаз смотрим. Ага, нормально. Дальше делаем воздушную петельку. Все. Видите, первый столбик готов. Дальше обвязываем следующий ряд. Таким образом вкалываем крючок в серединку нижнего столбика. Вот видите, вот внутрь. Вяжем столбики в раскол. У меня есть отдельное видео на канале по столбикам в раскол. Кто не видел, посмотрите. Там очень много информации об этих столбиках. И на пятки, у нас же 3 столбика, в один из них повесим маркер, в центральный. Пускай будет, чтобы мы видели, где у нас центральный столбик. В этот столбик тоже в центр ввожу крючок. Вот так. И провязываем столбик в раскол. Так, я ввела не в центр, надо в центр. Где там центр? Видите, нужно расколоть столбик сзади четко по центру. Так, ввела, провязали. Следующий столбик. Провязали. Провязываем таким образом столбиками в раскол вот сюда до середины нашего носочка. А здесь посередине в центральный столбик, который у нас был, вот он, повесим маркер. Провяжите, пожалуйста, этот ряд. В каждый нижний столбик провяжите по одному столбику в раскол. Довяжите вот сюда до конца. Почти довязали второй ряд. Вот последний столбик вяжем. Все, готово. Теперь опять соединяем ряд таким же образом. Видите, вот у нас два столбика. Первый и последний. Мы вытягиваем петлю, вставляем крючок в эту косичку. Эту петельку вешаем на крючок и затягиваем ее туда. Хоп. Теперь, придерживая это все, вставляем крючок не в последний столбик, а вот в этот, в первый. Прямо над этой петлей. Видите, вот. Вот сюда вставляем. Крючок дальше вставляем в петлю, цепляем рабочую нитку и вот так протягиваем. Вытягиваем петельку и делаем воздушную петлю. Все, соединили. Провязали два ряда и вот так вот все стеночки нужно поднять вверх. Мы связали с вами два ряда. Теперь самостоятельно провяжите третий, четвертый и пятый рядочек. Таким же образом в каждый нижний столбик провяжите один столбик в раскол. Провязали 5 рядов. Я соединила начало и конец ряда. И мы переходим с вами на вязание 6 ряда. В 6 ряду мы будем начинать делать убавки. Поэтому переснимаем этот маркер с центрального столбика. И поднимаем его. Вот переснимаем повыше, вешаем. Вот сюда. Вот наш центральный столбик.
Чтобы его не потерять из виду, мы повесим маркер. Вот так вот сделайте. Начинаем вязать шестой ряд, провязываем сюда, вот до этого места. Вот до этого места, видите, я довязала. Вот центральный столбик, вот его вершинка, косичка. И отсчитываем вправо 7 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Видите, не довязали 7 вершинок. Слева отсчитываем аналогично 7 вершинок, и на них тоже будем делать убавки. Дальше вяжем так, вводим крючок в столбик. Цепляем нитку, вытягиваем. Вводим в следующий, цепляем нитку, вытягиваем. Вытягиваем петли такой высоты, каким должен быть столбик в итоге. Снова цепляем нитку и провязываем вот так вот все 3 петельки в одну вершинку, в один столбик, видите? Сделали убавку. Дальше, в следующий столбик провязываем один столбик в раскол. При этом петельку сделаем покороче, чуть-чуть подтянем. Провязываем столбик в раскол, как обычно. Вот так. В следующие два опять делаем убавку. Подтянем чуть-чуть ниточку. Вводим, вытягиваем, не довязываем. Вводим, вытягиваем, не довязываем. Провязываем все 3 петли на крючке. В следующую вершинку провязываем один столбик в раскол. Вот так. Так, дальше, смотрите, вот 3 центральных столбика. Сейчас мы провяжем один столбик из этих 3. Для этого вводим крючок в этот первый из 3. Вставляем петельку. Второй. Вставляем петельку. В третий. Вставляем петельку. Накид. И протягиваем через все 3. С левой стороны нужно сделать все симметрично. Сначала вяжем столбик в раскол один. Так, дальше убавочка. Вытянули. Вытянули и вместе все провязали. Дальше столбик в раскол. Вот так. И еще одна убавка. Вытягиваем петлю, не довязываем. Второй столбик. Не довязываем. И 3 петли вместе провязываем. Вот так. Благодаря этим убавкам у нас красиво формируется носочек у нашего сапожка. Дальше мы довязываем обычными столбиками в раскол до конца ряда. И соединяем начало и конец ряда, как обычно, как я вам уже показывала. Вяжем следующий 7-й ряд. И опять до нашего носочка, до маркера не довязываем уже в этот раз не 7 столбиков, не 7 вершинок, а 5. Так, вот я довязала. Смотрите, вот наша центральная вершинка. Сейчас я вам ее уже покажу. Вот мы убавляли 3 вместе в одну петлю. И вот это правее, чуть правее. Видите, над вот этими 3. Вот эта косичка. Вот это центральная вершинка. От нее мы отсчитываем 5 косичек. 1, 2, 3, 4, 5. Можете маркер сюда перевесить, если не видите. Вот сюда повесим, давайте. 5 отступили. Провязываем таким образом убавки. Вводим крючок в столбик в раскол. Вытягиваем нитку. Не довязываем. Следующий столбик сюда. Видите, куда я ввожу? Вот так. Вытягиваем. И 3 вместе вот так вот стягиваем. Снова в следующий. Вкололи. Не довязываем. В следующий вкололи. Вот сюда. Так. Провязываем. Провязали. Подтянули петлю. Дальше нужно сделать чуть повыше столбики, чтобы не сильно стягивать полотно. Для этого делаем накид. Вводим крючок не просто вот под дырочку, под вершину, а захватываем вот эту дужку. Потому что если просто под дырку провяжем, будет дырка, и это некрасиво. Захватываем дужку нашего столбика, вот так, видите? И ввожу сюда крючок. Вяжем столбик с накидом, вот так. Не довязываем его до конца. Накид. Следующая вершинка, вот у нас она. Просто так не введешь, будет дырка. Цепляем дужечку, вот ножечку столбика. Вот так. И столбик с накидом не довязываем до конца. Накид. И вот наш следующий столбик сюда ввожу. Цепляем нитку и столбик с накидом не довязываем до конца. Вот, получилось 3 столбика с накидом, 4 петли. Делаем накид
и протягиваем через все петли. Все, готово. С этой стороны делаем аналогично, так же, как и с этой делали убавки. Вводим крючок вот не под вот эту косичку, потому что будет дырка, видите, какая. Цепляем дужечку вот так и вводим. Так, вот эту нитку. И петельку не довязываю до конца. Следующую цепляю вот так вот дужечку и вершинку. Не довязываем и провязываем все три петли вместе. Если вот эта петля, видите, она вытянулась, первая вот она. Мне она не нравится, что вытянулась, поэтому распускаю, подтягиваем ее и опять делаем то же самое. Раз, два и три. Все, теперь дырочка будет поменьше здесь. Так, еще раз такую же убавку нужно сделать вот здесь левее. Вводим крючок вот сюда. Вот так. Следующую ввожу сюда. Видите, я не под вершинку вот так ввожу, под косичку, а цепляю одну ниточку вот с этого нижнего столбика, вот, вот так. И ввожу под вершинку. Вот, вот как-то так нужно провязывать, чтобы не было дырки. Накид и протягиваем через 3 петли. Опять, вы видите, вытянулась нитка. Поэтому я распущу. Она вытягивается, потому что мне на камеру не так удобно вязать, если бы я просто вязала, сидя где-то на диване. Так, все, провязали. Дальше довязываем ряд до конца и соединяем начало и конец ряда. В 8-м ряду от центрального столбика, от центральной вершинки, вот она, вот, нужно отступить 3 вершинки. Раз, два, три. Как понять, где вершинка столбиков, когда мы сделали убавку? Вот, видите, 3 столбика провязали в один, и чуть-чуть правее вот эта вершинка. Не здесь, не левее, а правее здесь. Вот прям над ними, поняли? Так, оставили 3 вершинки. И что значит нам нужно сейчас сделать в этом 8-м ряду? Вкалываем крючок не вот так вот под эту косичку, потому что будет дырка вот здесь вот. Кому оно надо, эти дырки на сапоге? Поэтому мы вводим в дужку нижнюю, вот и вот эту вот. Вот я раз сейчас покажу, куда я вожу. Вот эта дужка. Вот ее оттягиваю, ввожу под эту дужку и под вершинку заодно. Раз. Вытягиваем петельку, но не довязываем столбик до конца. Следующая вот дужка. Берем ее. Вот она. Вводим сюда и под вершинку, под косичку. Вытягиваем и не довязываем до конца. Следующую оттягиваю. Накид не довязываем. Так, 3 уже не довязали. Дальше центральная вот наша вершинка. В дужечку нижнюю и в вершинку. Ой, протягиваю, не довязываю до конца. Не сильно удобно. Туговато все, но держитесь, у вас получится. Еще сюда. Видите, как мне уже неудобно делать накид. Вытянули. Еще раз под следующую. Вот так. Накид. Вытянули. Так, сколько мы уже сделали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надо 7 сделать. И вот в последний. Вот сюда. Оттягиваем дужку и в вершинку столбика. Вот так, накид. Вот так. Вот что аж надо сделать. Видите, 7 таких петель. Теперь делаем накид. Протягиваем нитку через эти 7 петель. Вот так, вот так, вот так, вот так. И аж сюда. И теперь, когда мы все так стянули, петелька получилась на крючке, мы подтягиваем ее, эту петлю на крючке. Сначала, потом делаем накид и протягиваем через эту петлю. Вот так. Все, теперь все. Дальше видим следующий столбик. Вот он. Вводим, как обычно, столбик в раскол делаем. Ниточку подтяну немножко на крючке. Вводим вот так. Вяжем столбики в раскол уже дальше, до конца ряда. Вяжем следующий 9-й ряд. Довязываем его вот сюда. И тут покажу, что делать. Вот я довязала уже почти, где мы делали убавки до этого места. Накид еще столбик.
Следующий столбик тоже делаем сюда. Вяжем столбик в раскол. Теперь провязываем вот сюда один столбик. Не прям вот так в дырку вводим, потому что если провяжем, будет дырка. Оттягиваем одну дужку, чуть ниже которая дырочки нашей находится. Под нее ввожу и потом в дырку аж, поняли? Цепляю нитку и провязываю. Вообще здесь можно провязать по-разному, вкалывая крючок так, чтобы не было дырочки. Вот это главное. А куда вы там его ведете, этот крючок, не сильно это имеет значение, тут импровизация ваша нужна. Главное провязать два столбика здесь, в этом месте. И следующий столбик я провяжу не вот сюда под дырку, потому что будет дырка, а вот нижнюю нитку захвачу, вот так, видите, и тогда, и только тогда ввожу крючок в эту дырку. Все, два столбика мы спереди провязали. Так, и дальше переходим вот на столбики уже в раскол. Видите, вот этот столбик уже в раскол вяжем. И довязываем ряд до конца, 9-й ряд. После вывязывания 9-го ряда у нас получилось 25 столбиков в раскол по кругу, поняли? Сейчас мы вяжем 10-й ряд, опять вяжем сюда. И здесь покажу, как провязать это место. На повороте здесь у нас 4 вершинки. И 2 используем для того, чтобы сделать убавку, первые 2 вершинки. И следующие 2 используем для того, чтобы сделать убавку. Для этого вводим первый столбик в крючок. Вытягиваем нитку. Так, не довязываем. Дальше следующий столбик вводим крючок. Цепляю нитку. И не довязываю. Теперь делаю накид и протягиваю через все петли. Раз, готово. Следующие 2. Столбика. Ввожу крючок, вытягиваю петлю и не довязываю. Следующий. Вытянули и не довязали. Накид и протягиваем через все петли. Все, и довязываем этот ряд до конца. Соединили начало и конец ряда и вяжем следующий ряд. Следующий ряд вяжется очень легко, потому что мы вяжем в каждый нижний столбик по одному столбику в раскол. Так что провяжите его, пожалуйста, самостоятельно. Мы связали с вами носок сапога, поправляем его, потому что его нужно поправить немножко, чтобы разровнять все. Когда вяжете, здесь вяжите все не туго. Петельки старайтесь сделать такие пухленькие, чтобы все здесь было не сильно стянуто. Все, дальше мы вывязываем всю пряжу, вот какая есть. В данном случае у меня 100 метров пряжи. У меня еще есть вот такие донышки из этого магазина bobinka.com.ua. 15 сантиметров в длину и 10 сантиметров по ширине. Вот такое донышко тоже можно использовать, оно овальное, конечно же, это не стелька, не подошва, как у этого сапога, и оно меньше намного, видите, какая разница. Получится маленький такой аккуратный сапожек, в принципе, тоже можно из вот таких вот донышек вязать. Или вот такие маленькие берите, или заказывайте в магазине, чтобы вам сделали донышко в виде стельки нужного вам размера. Мой сапог почти готов, я вывязала всю бобинку пряжи, вот видите, остался вот хвостик. И когда я начала подниматься вверх по прямой, я в некоторых рядах сделала прибавочки для того, чтобы немножко расширить наш сапожек. Первые прибавки я сделала в 18 ряду. Вот первый ряд, прям на подошве. И вверх считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот здесь 18. Вот видите, 2 столбика, вот один, второй вывязаны из одного нижнего. Значит, в 18 ряду вот это вот ряд, вот этот, когда вязала я, то сделала вот эти прибавки. 2 столбика из одного нижнего один раз со стороны пятки, прямо напротив пятки. И спереди вот напротив носочка поднимаемся вверх. Вот эти 2 столбика, видите, вот раз, 2 рядышком. Дальше я опять вязала прямо. И потом еще раз сделала прибавки плюс 2 столбика в одном ряду. Только в этот раз прибавки были с внешней стороны и с внутренней стороны ноги. То есть с этой стороны, вот видите, это место. Вот эти 2 столбика, я думаю, вам видно. И разворачиваем, смотрим. Вот, видите, прибавочка. Вот, раз, два, с одного нижнего. После ряда с прибавками последнего я провязала еще 4 ряда без прибавок, просто по прямой. И таким образом этот сапог стал похож прям на настоящий. Видите, бери и носи. Мой ребенок, кстати, так и хотел его примерить, но
Я забрала, потому что он, если его наденет, он его может поломать. А нам нужно теперь сменить цвет пряжи на белый. Давайте покажу вам быстро все, как все будем менять. Смотрите, у меня эта же пряжа Бабилон, цвет белый, ширина нити 5-7 мм. Провязывая последний столбик в раскол, мы будем менять цвет пряжи. Вот так сделали такой накид. И не довязывая этот столбик до конца, мы берем ниточку белого цвета, вот так, и протягиваем через эти две петли. Все, берем рабочую нитку уже белого цвета, красную потом спрячем. Вытягиваем петельку, вот такую, и присоединяемся вот так в конце ряда, воздушная петля. И продолжаем вязать столбики в раскол белым цветом. Нужно провязать несколько рядов белым цветом. Провязала я два ряда, и вот что у нас с вами получилось. Посмотрите, какой классный сапожек. В принципе, вот так вот можно и оставить, обрезать ниточку, и все. Если вас устраивает такой вариант, то, пожалуйста, можете обрезать, и все, на этом закончили. Если хотите сделать отворот, немножко вот так провязать еще несколько рядов, чтобы был такой отворот, знаете, как у настоящего сапога. Кстати, перед тем, как обрезать ниточку, подумайте. Возможно, нужно сделать цепочку из воздушных петель вот здесь вот. Ну, вот такую петлю вывязать, поняли? Чтобы можно было за эту петельку повесить где-нибудь ваш сапожек. Для тех, кто хочет сделать отворот, вот как я, существует, на мой взгляд, два варианта. Либо провязать еще рядочков 7 и силой просто вот взять вот так вот, подвернуть это все дело. Либо взять и подумать, как сменить направление вязания, чтобы оно смотрело вниз. Мы воспользуемся вторым вариантом, не будем применять силу. Мы закончили в этом месте, да? Вытянули такую петельку. И сейчас будем менять направление вязания. Нужно развернуть вязание и вязать в обратном направлении. Поняли? Мы сюда раньше вязали, а теперь будем сюда. Значит, берем. Первый раз можно вот так вот протянуть туда петлю. Вот так. И сделать столбик. Вот так аж его сделать. Вот. Следующий столбик вяжем за эту дужку. Столбик без накида. Следующий столбик сюда вяжем. Следующий сюда. Следующий сюда. Так, видите, сменили направление вязания. И так вяжем до конца ряда. Так, довязываем последний столбик. Вот так. И присоединяемся. Здесь можно присоединиться, в принципе, так же, как мы это делали. Здесь немножко будет неудобно ввести крючок. Нужно вот в этот столбик, но он, видите, плотный у нас. Давайте введем, постараемся ввести в этот же столбик крючок как-то по центру, раздвигая нити и вводя крючок в эту петлю. Вот так. Все, вытягиваем нитку. Смотрите, мы сделали один ряд, провязали, сменили направление вязания, но вязание смотрит пока что не вниз, а в сторону, то есть перпендикулярно нашему сапожку. Сейчас мы еще раз провяжем таким же образом за одну стеночку и сменим уже окончательное направление вязания, чтобы оно смотрело именно вниз. Так, что мы делаем для этого? Воздушную петлю провяжем. И следующий столбик будем вязать за заднюю стеночку. Вот сюда, вот сюда ввожу. Вот так и провязываем. Так, следующий вот за эту провязываю, за эту. Хоп. Провязываем. И так до конца ряда вяжем. Так, довязали, делаем петельку, присоединяемся, как обычно. Все, дальше все очень просто, потому что нам нужно связать несколько рядов. Ну, сколько хотите, столько вяжите. 5, 4, 3 ряда. Смотрите, теперь легко вот так вот выворачивается все. Хоп, хоп-ля-ля, тополя. Видите, теперь все будем вязать вниз. Вот такой вариант я вам предлагаю сделать. Если вам нравится, то, пожалуйста, вяжите. Когда довяжете, ниточку обрежете и спрячете кончик любым удобным для вас способом. Делитесь этим видео в соцсетях, и всем вам желаю веселых праздников. Всех вас обнимаю, и до скорых встреч. Увидимся скоро. Пока-пока.